9 вагонов поезда «Казань-Адлер» сошли с рельсов в Волгоградской области. Авария произошла сегодня. Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «КамАЗ». По данным РЖД, водитель грузовика грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но все же избежать столкновения не удалось. В поезде находились и 18 детей из набережных Челнов, а также 5 взрослых, которые выступали их сопровождающими. Делегация из детской школы хореографического искусства номер 17 направлялась на международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Хрустальный дельфин». Пострадавших среди челнинцев нет. Они направлены в город Котельниково для временного размещения. Исполнительный комитет нашего города находится на связи с руководителем делегации. Разрешением данного вопроса занимается начальник управления образования исполнительного комитета Рустем Хузин. Всего в поезде «Казань-Адлер» в момент столкновения находились более 800 пассажиров. Всего госпитализированы 55 человек. Порядка 140 пассажиров получили ушибы и ссадины. Номер горячей линии вы видите на своих экранах.